Не знаете, куда деть большое количество щавеля с дачи? Настоятельно рекомендую приготовить пирог с щавелем на кефире. Нежный, сочный, ароматный, понравится всем. Есть много рецептов выпечки с щавелем. Причем начинка может быть как сладкая, так и нет. У меня сегодня сладкий домашний пирог, который подойдет как к чаю или кофе, так и молоку. Вкусный, полезный, бюджетный, берите на заметку и радуйте свою семью. Щавель – 300 грамм. Масло сливочное – 130 грамм. Кефир 2/3 столовой екона. Мука 2,5 столовой екона. Сахар 1 столовый екон. Разрыхлитель теста 1 чайная ложка. Желток 1 штука для смазывания. Количество порций 6-8. Подготовьте все ингредиенты. В глубокую миску насыпьте 1,5 стакана муки и добавьте нарезанное кубиками масло. Перетрите все до состояния крошки. Влейте кефир. Добавьте 1/3 стакана сахара. Разрыхлители оставшуюся муку. Замесите мягкое тесто, которое не пристает к рукам. Раскатывать его нам не потребуется, поэтому не обязательно делать его слишком плотным. Щавель промойте и обсушите. Смажьте форму для выпечки и руки растительным маслом. Тесто разделите на две неравные части. Ту часть, что побольше, распределите руками по дну формы, не забывая сделать высокие бортики. Сладкая начинка обязательно даст сок, который может без бортиков вытечь из пирога. Щавель перемешайте с оставшимся сахаром и распределите сверху. Накройте начинку второй частью теста. Сделайте по всей поверхности проколы вилкой и смажьте тесто желтком. Готовьте в духовке при температуре 200 градусов около 35 минут. Пирог с щавелем на кефире будет готов, как только верх подрумянится. Дайте пирогу остыть и после этого нарезайте на порции и подавайте к столу. Приятного аппетита!